губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды России и Самарской области. Среди награжденных руководитель Департамента образования Самары Ирина Коковина. Ирине Николаевне присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Самарской области» за многолетний добросовестный и плодотворный труд в должности директора школы. С 2002 по 2022 год Ирина Коковина возглавляла Самарскую школу номер 3, которая неоднократно становилась победителем и лауреатом конкурсов на лучшее образовательное учреждение Самары и области. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки рассказывают, что у них завершилась благотворительная акция «Елка желаний». Все 547 открыток с пожеланиями самарских ребят нашли своих адресатов. А это значит, что заветные мечты детей, воспитывающихся в социальных учреждениях города, в замещающих семьях и проживающих в пунктах временного размещения, обязательно исполнятся в новогодние дни. В департаменте благодарят всех неравнодушных самарцев, исполнивших миссию Деда Мороза и принявших участие в акции. На территории лесопарка имени 60-летия советской власти прошло традиционное соревнование по лыжному спорту, сообщает телеграм-канал районной администрации. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию с момента образования Кировского района Самары. Участниками стали более 150 юных спортсменов. Все они соревновались на призы Деда Мороза. Организатором состязания выступила администрация района совместно со спортивной школой Олимпийского резерва номер 11 имени Виктора Ольховского.